только те, что на табло. Подача. Мюллер. Гол. 1-0. Фавари открывают таки счет на Альянс-арене. Тимощук с молода. Удар поворотом. Гол. Вот это да. Вот это да. Рибери в штрафной площади. Это пенальти. Это пенальти. Дидье Драгба. Разбег. Удар. Мяч у Чеха. Мяч у Педро Чеха. Разбег, штанга. Короткий разбег. Драгба. Гол. Все. Челси. Обладатель Кубка Чемпионов. Впервые в своей истории. Вперед забегал Роналдо! Гол! Блестяще! Все! Все! Пятикратные! Пятикратные чемпионы сборной тайме. Теряет мяч Фрэнк Лэмпард. Выход 1-1. Какой же Лэмпард? Этот Стиви Джи потерял мяч. Потерялся даже ваш комментатор. А Дембаба. Дембаба забивает в раздевалку. Фернандо Торреса и Виллиана. Какой счет можно узнать? 0-2. Здорово, мяч под левой ногой. Передача есть. Удар Криштиану. И! Гол 1-0. Криштиану Роналду. Лучший бомбардир. Тьена. Рикошет. Опасно. Гол. Гол 1-1. Лэмпард свое слово скажет. Вот он снова к небу обращается. Фрэнк Лэмпард. Удар вперед. Вперед, Петр. Терри. Мимо. Мимо бьет Джон Терри. Вот ты какая интрига.
классно обыграл. Смотрим. И здорово. Гол! И вы знаете, кто забивает этот мяч? Автор гола. Другое место. Смотрим. Потрясающий. Потрясающий финал. Зинедин Зидан удаляет. Разбегается. Похоже, похоже на удар Зидана, но, по-моему, мяч не Разбег. Удар. Да. Италия завоевывает Кубок мира. И он тоже промахивается. Лионель Месси не забивает пенальти. Но это вот прямо квинтэссенция. Гол, 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 гол! Сборная Чили выигрывает! И на фоне этого вот такие эмоции Лионеля Месси. Он снова проиграл. А, передача! Да, Гала, ты ждал шанса и дождался.
ситуация в этом эпизоде. Все игры. Подача, и вот, бей! И это гол! И, наверное, не буду опережать события, возможно, это золотой гол.